Привет, друзья и гости моего канала. У нас сегодня вот такой вот яишенка, омлет, болгарский перец, 4 яйца, курочки мои несутся. И провансальные травы посыпала. Хлебушек. И компотик вишневый. Ну, как всегда, лалы-лалы, а микрофон. Видите, как спешу, у меня сейчас встреча, друзья, будет. Спешу и не успела прикрепить. Все. Ну, поехали. Ну, ладно, ножичек взяла на всякий случай. Думаю, буду, не буду. Ладно, я буду вот так вот руками. Это мой завтрак. Вкусненько. Яйца свежие, наисвежайшие. Перчик болгарочный свежий. Это очень вкусно. У нас тепло. Снега нету. Не забыла. Танюша, Оксана, огромное вам спасибо за перевод денежный. Очень спасибо. Спасибо большое, мои хорошие, мои девочки. Сижу и забыла. Позавчера получила. Вечером, наверное, послали. Хотела съездить в Калач, что-то. Сейчас у меня будет встреча. Но встреча такая, вы не подумайте, что это мужчина. Нет. Встреча на христианскую тему. Надо с Богом, друзья, быть в тесных отношениях.
В Библии что написано? Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. А если не приближается человек, крестик носит на... Ну, о Боге даже вообще и не думает, и в мыслях у него нету. Это что? Думает, что вот эта железка их спасет, железочка, которая висит. Это обыкновенное железо, неодухотворенный предмет, кто русский язык знает. Нет, неодушевленный предмет, то есть в нем души нету. Как он может спасти этот металл? А Господь Бог наш, Он живой на небе. Ну, простите, кого задел неверующий, кто в Бога не верит? Это ваше право. Так, надо борщика оставить. Ну, как всегда, наблюдает. Мама, ты мне кусок-то оставила или нет? Я же слежу за этим, контроль-то. Контроль-то идет. Два в середине. В середине два кусочка, самые смачные. Мама, я тебя предупредил. Оставил два куска? Гляди у меня, мам. Ой, как же это вкусно, друзья. Прямо из-под курочки яичко. Тебе, дружок. Хлебушек даем. Ой. Все, друзья, на этом пока. Спасибо, кто со мной посидел, покушал тоже. Всем приятного аппетита. Ну и до нового видео.